вообще как прыгнет. Ага. Прыгнула. Где килограммовые головли? Как с микробным крючком идешь, так обязательно клюнет какая-нибудь здоровая хрень. Ой. Ой. Ого, да у нас боец. Хороший какой-то боец. Ого. Тихо, 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 тихо. Это что у нас тут за чудо? Клюнуло. Ого. Кто там? Это ты, старая знакомая. Стой, 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 стой. Ну, смотри, сама цепишься. Нет? Ну, пошли. О, за жабры. Подруга. Пошли. Пойдем заодно аккумулятор поменяем с тобой. Ну, отцепишься, так отцепишься. А нет, придется из тебя балычок сделать. Жабрам твоим, видимо. Ну, ой, все понимаю. Ну как мне тебя отцеплять-то, а? Ёпс, туды. Придется доставать крючок вот так. Так, пальцы нахрен оставишь. Извини, подруга, сегодня не день открытых дверей. Ладно, с такими повреждениями, да и вообще. Эх. Пойдем со мной.
сколько у нас тут времени? Два часика у нас еще есть. Потихонечку. Давай с первого заброса. Так. Ну и куда тебя? Ёлки-палки. Огонька хотел залить, да? Ладно. Не пойду я обратно с пакетом. Хотя ты в глаз получил. Все. Без глазика остался. Краусаучаг. Живи. Да ладно. Ёлки-палки. И какой хорошенький. И полосатик. А соленый вкуснющий. Ну ладно, сегодня день твой.
Какой бойкий полосатик. О, красивый. О, хорошенький. Иди расти, пацанчик. Хоп. Так, ну что, надо заканчивать. Хреноси. Догнал. Да, спиннинг это все-таки вам. Не червячком баловаться. Вот такая вот стебанула подруга. Ты что ли тут на мели гоняла? Тихо. Сейчас мы тебя отпустим. Сейчас, не ссы.